Привет, друзья! Меня зовут Лошкарев Андрей. Это проект «Все по уму настройки». Продолжаем строить каркасный дом на продажу. Сегодня 24 августа 2015 года, примерно 11:30 утра. Задача на сегодняшний день – монтаж металлочерепицы. В лучшем случае всю крышу накрыть, в худшем случае почти всю крышу накрыть. В общем, ребята с 8 утра здесь работают, они уже смонтировали все водосточные крючки, но не все, на маленькой крыше, вот за мной крыша, они не смонтировали. В общем, я вам покажу, как монтируются крючки, покажу на маленькой крыше, там через пару дней, может быть, завтра. Вот, ну пойдемте посмотрим, что было сделано, как смонтированы крючки, да и будем приступать к монтажу металлочерепицы. Так, ну что, серый продули, все, убрали этот самый мусор. Я поубирал большой. Короче, друзья, помните, вот здесь, где у нас сетка, туда нападал всякий мусор. Вот. Нужно обязательно его убирать, иначе в вензозоре нет никакого резона. Вроде все чисто. Монтаж черепицы будем делать вот с этого ската. Не знаю, как его сказать, слева, справа, там, где нет маленькой крыши внизу, со стороны кустов. Вот, короче, сделана уже вся обрешетка, вы это видели. И сегодня вот с утра ребята замонтировали крючки для водосточки. Значит, у нас здесь водосточка будет не карнизная, то есть водосточка бывает двух типов. Карнизная, когда она вот здесь на карнизной доске, и вот когда она на обрешетке. На обрешетке я практически всегда делаю на обрешетке, потому что в этом случае она выполняет свою функцию на 100%. Когда она где-то вот здесь внизу на карнизе, прикручена внизу, мимо нее много чего летит. Но есть плюс, что вы карнизную можете, если она там сломается, снять, одеть и так далее. То есть как-то отремонтировать. Здесь же все будет под металлочерепицей, здесь крайне сложен ремонт. Но по моему опыту, вот на сегодняшний год уже 8 лет стройкой занимаюсь домов, никаких проблем с водосточкой нету, чтобы нужно было ремонтировать. То есть вот это, не бойтесь этого решения, это правильное решение, при котором водосточка будет работать на все свои 100%. Уклон водостока сделан в сторону забора. Здесь будут трубы и в дренаж и будут уходить. На фасаде никаких у нас там водосточных труб не будет. Так, ну и следующий шаг, когда вот прикрутили вы крючки водосточные, сверху крутится вот такая доска, дюймовка. Вот. Это очень важно, потому что здесь вот металлочерепица, я вам в инструкции этот момент покажу. Вот здесь будет металлочерепица, и по ней вода будет по карнизной планке попадать прямо в водосток. Если карнизной планки не будет, то воду ветром... И, короче, будет задувать, вот сюда будет мочиться вот эта зона, что плохо. Видите, уже вот на солнышке блестит. Сейчас про металлочерепицу чуть попозже расскажу. У нас здесь, мы поменяли производителя металлочерепицы. Вот, заказали такую уникальную для российского рынка металлочерепицу, вот такую блестящую. Как вы видели, несколько минут назад, секунд, планки были закручены кроильными саморезами, что кроильным саморезом проще проходить сквозь железку. Вот, потом, когда планки были все выровнены, кроильные саморезы вывернули и заменили их на клопы, потому что не должно быть ничего торчащего. У нас здесь будет металлочерепица.
Итак, друзья, про металлочерепицу. Давайте я сначала расскажу, откуда она пошла, так сказать, возьмем за эталон, что такое вообще хорошая металлочерепица. Значит, металлочерепицу придумали в Финляндии. Металлочерепица должна быть обязательно сделана из 0,5 железа, 0,5 сталь. Эта сталь должна быть оцинкованная. Количество цинка там должно быть 275 там, грамм на чего-то. Короче, вот я знаю, что цифра вот 275. Все, вот это стандарты, которые были приняты, когда ее придумали, ее испытали. Она в Финляндии до сих пор вот по этим стандартам делается. Что мы видим сейчас на рынке металлочерепицы? Мы видим даже финскую черепицу, которую предлагают в 0,4. Блин, что же муха какая-то летает. Даже финны предлагают нам 0,4, 0,45 металл. Это чистой воды бизнес. В Финляндии такая черепица не продается. В Финляндии, я вам сказал, продается только из 0,5 железа с 275 цинка. У нас же почему-то те же финны привозят сюда и спекулируют названием типа финская черепица, продают 0,4 железа, 140 цинк. То есть там вообще вот настолько мало, что эта черепица она гниет просто на глазах. И вот это, извиняюсь, говно продают здесь под видом, под названием металлочерепица. Наши российские производители идут, в принципе, по такому же пути, чтобы привлечь к себе максимальное внимание, чтобы заработать бабла, они тоже делают это дерьмо с 0,4, с 0,45 железа и со 140 цинком. Все. И вот этим вот нахламлен просто рынок, и все рады бегают, покупают дешевые эти продукты, а потом эти крыши ужасные, да, мы смотрим и думаем, что металлочерепица – это плохой материал. На самом деле это просто подделка, дешевка и так далее. В общем, друзья, запомните такую вещь. То есть металлочерепица и профлис должны быть обязательно с 0,5 железа. Не 0,47, не 0,48, что многие там говорят, да это же там 0,02, это не играет роли. Нет, это играет роль. Недаром ее делают именно 0,47. Да, казалось бы, ну сделайте тогда, если разницы нет, с 0,5. Почему так 0,5 это дорогое? Потому что это качество, это и нужно, и требуется крыше. Значит, железо только 0,5. Цинка, оцинковка должна быть минимум 240-250. Там, я не помню, грамм на что-то. Все, забудьте вообще про 140-й, про 170-й цинк. Все это недолговечно, недолгосрочно, и вы просто зря выбрасываете деньги. Мы наткнулись вот на производителя, который вот здесь находится рядом с Гатчиной. Вот я сейчас нахожусь в Гатчине, в Гатчинском районе. Производитель находится в Коммунаре, это тоже здесь Гатчинский район. Вот, крупный завод делает металлочерепицу, и мне привлекло внимание, что они вот придумали свою такую эксклюзивную, уникальную разработку в сфере металлочерепицы, в сфере вот этого кровельного железа. И вот, используя эту разработку, делают прикольную металлочерепицу по цене, ну, немножко дороже, чем металлпрофиль, но по характеристикам она реально уникальная, в России такого никто не делает. Так, взял карнизную планку. Самое главное, у них 260 цинк. Ну, там, грамм на что-то, 260 цинков. При этом это не просто цинк, это цинкоалюминий. То есть есть такое покрытие в композитной черепице алюмоцинк. Там больше алюминия, чем цинка. Это еще более защищенное, более крутое покрытие для нового металлочерепицы практически не применяется. Вот здесь цинкоалюминий, то есть здесь цинка, то есть здесь алюминия меньше, чем цинка. То есть добавление алюминия. Зачем это нужно? Когда у вас идет какое-то повреждение железа, то если бы не было вообще никакого цинка, был бы просто голая сталь. Она бы начала ржаветь, то есть окисляется железо, ржавеет. А когда покрывается цинком, покрывается алюминием, это цветные металлы, и при ржавении, так сказать, что такое ржавчина? Это окисление. При окислении цветные металлы покрываются пленкой, да, они окисляются, такая вот, как золото, как серебро, да, мы ходим их чистим, потому что они покрываются пленкой из-за того, что они окисляются, по сути ржавеют. Вот, так вот, получается, что здесь гораздо меньше последствий от повреждений, то есть здесь металл будет сопротивляться ржавчине сильнее. И по заверению как бы производителя в цифрах,
в 2,5 раза. Круто. Далее. Внутренняя сторона. На любой базе посмотреть профлис, металлочерепицу. У всех с другой стороны идет серое покрытие. Это обычная грунтовка. Ну, как обычная грунтовка по металлу, которая обладает некой защитной функцией. Зачем нам защищать железо изнутри? Оно же у нас на крыше лежит. Вот, на крыше лежит. И у нас изнутри-то воды нет. На железе есть, потому что железо конденсируется, дает очень много конденсата, и для этого мы делаем, в принципе, и вент-зазор ради этого конденсата, то есть против этого конденсата. И вот эта внутренняя часть железа, она тоже находится во влажностной среде, в агрессивной влажной среде, которая, соответственно, если она не защищена, она будет ржаветь изнутри, снизу. Соответственно, грунтовка противостоит определенным образом этому процессу. А когда еще сверху дополнительно все закрыто, еще вот это цветное покрытие называется полиэстер. Все, изнутри мы защитились. Что у нас происходит снаружи? Да, что это за покрытие вот снаружи? Сейчас мы защитную пленку снимем. Вот, мне еще льстит, что ребята всю продукцию защищают защитной пленкой, мелочь, но приятно, при транспортировке оно не повреждается. Так, не знаю, видно, не видно, сейчас буду смотреть. Смотрите, как играет свет на покрытии. То есть само покрытие вот здесь, оно текстурированное, и вот за счет того, что у нее есть некая текстура, да, происходит вот такая игра света. Я не видел эти крыши вот так со стороны, не знаю, как они выглядят, видел только фотографии, но на фотографиях выглядит очень круто и красиво. Стоит за это заплатить чуть-чуть денежек, чтобы получился вот такая необычная крыша. Вот. Плюс, сейчас покажу саму черепицу, профиль заказали тоже нестандартный, чтобы наша крыша отличалась от тех, которые... Ну, здесь вообще нет металлочерепицы. Шифер, фигня всякая. По поводу вот этого текстурированного покрытия. Значит, в отличие от полиэстера, который идет вот на у всех покрытие, значит, полиэстер 20-25 микрон, здесь вот это текстурированное покрытие толщиной 35 микрон. За счет вот этого 30% увеличения толщины покрытия, вот, плюс за счет того, что применяется цинкоалюминий 260, а не 140, как у всех. Завод дает гарантию 25 лет. Если вы письменную гарантию спросите у какого-нибудь завода более-менее крупного, они дадут на свою продукцию, на обычную, там, лет 5, максимум 10. На словах всякие там на финские черепицы из 0,4 железа, всякие стройбазы, которые никакой ответственности не несут, в принципе, дают 50 лет. Все это лабуда, эти крыши через 5-6 лет теряет внешний вид. Я не говорю, что они ржавеют, они теряют внешний вид. Итак, текстурированное покрытие, красота, толстое текстурированное покрытие, красота, долговечность. Посмотрим, когда это будет сделано, как это еще и выглядит со стороны. Ну и вот так, друзья, выглядит профиль со стороны. Это в прайс-листе компании называется профиль Country. Но я думаю, что он вот просто его вот здесь на земле неинтересно смотреть. Видите, какая игра света. Прикольно. Посмотрим, как это будет выглядеть на крыше. Надо... Начинается подготовка к монтажу. Металлочерепица будет подниматься наверх по направляющим. Вот сейчас ребята как раз направляющие забрасывают. Для переноски используются вот такие носилки, чтобы не погнуть металлочерепицу. У нас длина листа 5,4 метра.
Короче, на других моих видео вы видели, что мы без вот этих носилок так делали. У нас, короче, чуть-чуть гнется лист, чуть-чуть. Это, конечно, мелочь, не всегда это катастрофично, но гнется. Вот, чтобы было совсем все идеально, вот теперь мы используем вот такие носилки. Видите, без проблем можно вот, так сказать, заносить, закидывать лист. Он не гнется, ровным подается туда наверх. После того, как первый лист выровняли рулетками, все это дело прокручивается саморезами. Крутится строго под волну. Я залезу наверх, покажу вам потом места крепления саморезов. Приготовили уже второй лист на подъем. Поехал второй лист. Так, друзья, у меня на другом объекте сейчас форс-мажор случился, мне надо уехать на пару часиков. Постараюсь сюда как можно быстрее вернуться и продолжить снимать, как монтируется металлочерепица. Значит, сегодня по планам у нас и второй скат, и маленькая крыша, так что я думаю, что обязательно вам все покажу, все моменты монтажа черепицы, но сейчас, к сожалению, надо на пару часиков уехать.